Подобные предпремьерные показы – не редкость. Телерадиокомпания «Анапа Регион» проводит такие встречи регулярно. Акция состоялась при поддержке «Радио Европа Плюс», которое уже 12 лет является нашим сетевым партнером и удерживает звание радио номер один в России. Современная и ритмичная музыка «Европа Плюс» покорила сердца многих анапчан. Молодежное, заводное, рекомендую. Получить заветный пригласительный смогли слушатели, принявшие участие в розыгрыше в прямом эфире программы «Анапа онлайн», а также партнеры нашей телерадиокомпании. Фантастическая фотосессия и зажигательная программа с призами от Европы плюс Анапа – все это также для наших гостей. И, конечно, просмотр фильма, который подарил без преувеличения лавину эмоций. Если сравнивать с первой частью, то фильм сменил режиссера и достаточно сильно сменил тональность. Вторая часть «Парк мира юрского периода» тоже стала мрачнее. Много экшена, много динозавров, в том числе и динозавров новых модификаций. Я думаю, что все те, кто любит эту франшизу, получат громадное удовольствие. Спасибо организаторам, потому что очень все хорошо было, неожиданно выиграли, вот билетики попали, и спасибо всем. В планах и дальше проводить подобные мероприятия, радовать друзей Европы Плюс в Анапе просмотрами самых кассовых фильмов и, конечно, подарками от телерадиокомпании «Анапа Регион».